устала, вся прошла, как приехал в Астрахань. Это лучший Кремль, который в России я видел. Как мой Семен говорил! Всем привет! Все как положено, с канистрой, с палаточкой, с спальным мешком. Потому что у меня, ребята, так... Добрался, вот, добрался. Километров я ехал 12 часов. 12 часов, руки мои. Как настроение, друг мой? Километров 180, но я еду 40 километров, знаешь почему? У меня нет ограничений. Вот я нахожусь сейчас в Таджикистане с таким видом красивым, с такой душой.